Голливуду и не снилось. В кинотеатре Сарыжаляу прошла премьера казахстанской музыкальной комедии «Препод», на которую приехали исполнители главных ролей. Встретили артистов на высшем уровне. Организаторы даже позаботились о красной дорожке. На премьеру фильма приехали два главных героя. Это небезызвестный Дастан Оразбеков, состоявшийся певец, танцор, музыкант группы «Орда», и молодая перспективная актриса Айсулу Азимбаева, известная всем по многим молодежным сериалам. Напомним, что Айсулу – победительница конкурса «James Empire Everest» в Лондоне. Немалую лепту участия внес в эту музыкальную комедию и Батырхан Шукенов. Батырхан вообще, он, можем сказать, музыкальным продюсером этого фильма был. Практически весь саундтрек прописан им. И были привлечены зарубежные артисты, и тоже я думаю, что им же были привлечены. Ну, и тем не менее, он еще и снялся в этом фильме, правда, роль была небольшая, такая эпизодическая. Эта музыкальная комедия рассказывает о молодых творческих людях, студентах, которые ищут любви, учатся, общаются и развиваются. К слову, несмотря на небольшой опыт в кино, после окончания съемок комедии «Препод» Айсулу Азимбаевой тут же предложили главную роль в другом фильме. Я сразу после того, как мы закончили съемки «Препода», снялась еще в одном фильме, который называется «Джокер». Да. Это будет тоже уникальный в своем роде. Причем тоже она является главной героиней этого фильма. Сейчас я в данный момент прохожу очень много проб. И просто будем смотреть, как получится. Можно с уверенностью сказать, что после просмотра комедии у многих карагандинцев пополнится словарный запас, так как фильм содержит очень много новых выражений, которые наверняка станут крылатыми. Ну, с этой вот джунгли давно уже вертолет не вылетал, нам нужен газон, чтобы посадить его. Чего-то случилось, да. Есть там такой потрясающий герой, Кука его зовут, играл Куаныжил Жаксынов. Причем имя героя решили даже не менять, оставить такое, как есть в настоящей жизни. Это просто кладезь каких-то шуток, крылатых выражений. И, по сути, очень много. Это была импровизация прямо на площадке. В шахтерской столице гостям из Алматы преподнесли памятные подарки. Амина Смакова, Олжас Капасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.